друзья. Итак, готовим зажарку. Режем лучок. Кубиками и трем морковку на крупной терке. Хорошо, мы зажарили два соленых огурчика домашних. Я тру на крупной терке. И добавляю вот сюда вот лук. Вот у меня поджарилось. Вот, в общем-то, можно сказать, что не совсем до золотистой корочки, но попассировалось. Я добавляю сюда сейчас, натру огурцы на крупной терке и добавлю прям сюда. Вот кто-то отдельно жарит огурчики, кто-то жарит отдельно лук с морковкой. Я это все соединяю все вместе. Но огурцы для чего я поджариваю? Это чтобы жидкость лишняя у меня выпарилась. Я ее не хочу, эту кислоту, в рассольнике, так как у меня будет еще томатная паста. Достаточно будет томатной пасты. Я сейчас вот буквально немножко попастерую вот так вот огурчики, чтобы вот они, в общем-то, не сильно у меня такие водянистые. Немножко у меня так попастеруется. И сейчас буду добавлять сюда томатную пасту. Так, достаю с морозилки свой контейнер. Здесь у меня хранится томатная паста. Я про нее уже показывала. У меня есть на моем канале, как я храню томатную пасту. В банке я ее не держу. Я вот по таким сортирую по пакетикам. Вот видите, вот таким образом она у меня хранится. Сейчас вот я вот этот пакетик отломлю кусочек. Вот. Здесь приблизительно 2 столовые ложки томатной пасты. И сейчас я его обжарю вместе с моей заправкой. Сейчас у меня тут разогреется. И я его обжарю. Заправка моя готова. Смотрите, как раз появляется. Вернее, получается. Все, она у меня готова. Убираю в сторону. Ставлю кастрюльку с мясом. Мясо я предварительно отварила. Подварила. Видите, вот такой вот хороший у меня кусочек. Вот получается. Вот видите, такой вот бульон, вот такой наваристый. Вместе с тем, с бульоном, я варила еще перловку. У меня бульона немного, где-то, наверное, с литр. Сейчас я мясо уберу. Перловку я хорошо промыла. У меня буквально, наверное, где-то 100 грамм, потому что бульона у меня мало, но я посмотрю сейчас по мере. Вот сейчас я, пока у меня мясо остывает, я сейчас порежу картофель, вот такой у меня, соломкой. И сейчас у меня бульон закипит, и я буду варить картофель. Перловка у меня уже почти готова. Видите, она у меня уже разваристая. Я вообще перловку люблю разваристую. Я ее варила почти, ну, у меня мясо подольше сегодня варилось. Поэтому я хочу сказать, что бульон я его не процеживаю. Он у меня чистый, видите, светлый. Я сразу убирала пену, как она у меня закипала, до закипания. И после закипания раза два или три я снимала на этот накипь. Поэтому бульон у меня чистый, прозрачный. Сейчас я буду добавлять туда картофель. Бульон закипел, добавляю я картофель. Бульон у меня уже соленый. Видите, достаточно.
достаточно мне здесь картошки. Она немножко сейчас еще разварится. Готовим почти до полуготовности. Будем смотреть по картошке теперь. Картошка моя готова. Уже я чуть-чуть добавила где-то с полстакана, наверное, все-таки кипяченой воды. Видите, я ложкой пробую. Видите, она уже хорошо разламывается. Поэтому теперь я добавляю свою заправку. Добавляю 2 лавровых листочка. И добавляю, у меня сушеный укроп и лучок сушеный. Мне рукой удобнее. Так. Видите, уже какой красивый. Ловочка. Я разделила на кусочки. Кто хочет в тарелку добавлять мясо, я сразу прям сюда добавляю мясо. И все. Сейчас у меня я попробовала на соль. Все предостаточно. Выключаем. И так он у меня еще постоит, потомится. Ну, минут 5. И можно разливать по тарелкам. Вот такой вот он. Не сильно густой и не сильно жидкий получается. Ну, на двоих хватит. На раза два. Ну, не знаю, в общем. Смотря какой аппетит сейчас будет. Ложечку сметаны. Друзья мои. Сюда вот. Смотрите, какой вот борщец. Или как называется, борщ, или рассольник, как правильно его называют. Ну, такой вот у нас получается рассольник. Все зависит, конечно, от качества мяса. По мере его приготовления. А так, в принципе, рассольник очень быстро готовится. Приятного аппетита мне и всем, кто со мной будет обедать. Всем пока-пока.